категорически настаиваю об активизации мелиорации. Все должно быть направлено на это. Мы теряем огромные площади, тысячи и тысячи гектар. Они начали зарастать хмызняком, а завтра из этого хмызняка вырастут ненужные никому деревья. Леса у нас хватает, дай Бог его переработать. Вот мелиорация, содержание земель, повышение плодородия – вот это задача государственной важности. Это наша задача. Поэтому я попрошу министра и вице-премьера заняться этими проблемами. В каждом районе, в очередной раз повторяю, должны быть специальные отряды, которые будут этим заниматься. Мелиорация – вопрос важнейший для нас. В каждой области широким фронтом должна осуществляться мелиорация. И еще одна проблема, которая бросается в глаза. Очень много пустующих приусадебных участков и домов, которые никому не нужны. В течение этого года задача всей вертикали власти – эти дома продать или снести, закопать, если они никому не нужны. Но у нас хороший процесс пошел. Горожане начали такие дома скупать, и даже в самых отдаленных деревнях. Поэтому ваша задача – все эти дома или снести, или продать. Но главное для вас – обработать эти приусадебные участки. И в связи с этим третья проблема. Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. То есть мы бросили старые фермы, и на крышах растут деревья. 2-3 года. Порядок надо навести. Чудеса. Захламленная ферма среди поля, бывшая ферма, где стоял скот, и водонапорная башня. Смотрите, памятник нашей бесхозяйственности. Приводите все в порядок.